настоящее время мы выявляем детей с расстройством аутистического спектра и устанавливаем диагноз РАС в возрастном периоде от 5 до 9 лет. Это поздняя постановка диагноза, а значит и позднее начало реабилитационных мероприятий. Лучший вариант, когда мы выявляем аутизм в возрасте до 2 лет. Но возраст от 18 до 30 месяцев или от 18 до 36 месяцев – это также возраст, когда выявить расстройство аутистического спектра еще не поздно, и можно своевременно начать лечение.